Госпожа. Госпожа моя. Наше солнце. Наш свет. Прошу вас, покажите свой лик рабу Бюльбюлю, чтобы он знал, что все в порядке. Госпожа. Все хорошо, Бюльбюль. Все хорошо. Слава Аллаху. Моя участь уже известна. Палачи скоро придут за моей жизнью, госпожа. Но знайте, что в этом огромном мире сердце Бюльбюля было однажды и навеки отдано только вам. И знайте, госпожа, я умру преданным вам рабом. Значит, ты ни о чем не жалеешь. Отлично. Мы тоже. Дервиш Паша чувствует себя намного лучше, слава Аллаху. Все пройдет, Хаджага. Иншаллах. Дервиш Паша вскоре встанет на ноги. Но я хотел сказать... Паша к вам относится несколько странно. Что странного? О чем ты говоришь? Простите меня великодушно, госпожа. Но Паша питает к вам неправильные чувства. Госпожа, упаси Аллах, если кто узнает, клянусь, поднимется такая буря. Ты говоришь глупости, Хаджага. Простите, госпожа, в вас я совсем не сомневаюсь. Но человек, бывает, ошибается. Паша забыл, где находится и кто он. Он мог неверно истолковать вашу заботу. Замолчи! Разве так можно говорить о человеке, который годами верно служил нам? Не смей так говорить! Даже думать об этом запрещаю. Иначе я велю казнить тебя. Можешь идти. Дорогу! Валиде Султан Хазрет Лери! Госпожа! Госпожа! Ах ты жалкий предатель! Еще к госпоже обращаешься. Прощайся с жизнью. Радуйся, что тебя не было здесь той ночью. Иначе бы я своими руками задушил бы тебя, Хаджи! Хаджи! Я сам бы убил тебя, слышишь? София Султан. Слава Аллаху. Он воздает по справедливости. Вот и вы получили по заслугам. Ты, значит, все еще жива. Вы натравили на меня своих псов, но я спаслась. И Кюсем спаслась.
Вам не удалось нас убить. Ну вот и все. Все кончено. Отсюда вас уже никто не вызволит. Мой сын скоро вынесет свое решение. Уясни раз и навсегда. Ведь ты тоже стала матерью падишаха. Запомни. Никто не сможет казнить нас. Вы пытались убить моего сына. Вы напали на моих внуков. А теперь вам хватает смелости издеваться надо мной? Я вырву твое сердце своими госпожа. Руками! Вам не выбраться отсюда живой. Все кончено. Ваше господство в прошлом. Лев мой, слава Аллаху, он сохранил тебе жизнь. Как твоя рана? Ничего серьезного. Как дервиш Паша? Вы вчера навещали его? Хвала Всевышнему, хорошо. Надеюсь, он скоро поправится и будет рядом с тобой. Он еще раз доказал нам свою любовь и верность тебе. Очевидно, что он заслуживает печать визиря. Не стоит больше ждать. Все также обеспокоены судьбой Софии Султан. Она должна сполна ответить за то, что совершила. В этом не сомневайтесь. Прекрасно. Я приказала перевести Шехзаде Мустафу в отдельные покои. Его пребывание рядом с Халиме неприемлемо. Она думает, что рана спасет ее. Упаси Аллах, если бы ты опоздал, все бы принесли клятву верности. Да, сегодня все обошлось. А завтра? Ты всегда будешь жить с этой угрозой, Ахмед? Рана не затянулась, Паша. Вы должны отдыхать. Хватит уже лежать. Нельзя надолго оставлять дела. Скорейшего выздоровления, Паша. Вам выпало тяжелое испытание. И тебе тоже, хранитель покоев. Мы были спокойны, оставляя тебя здесь, но дворец превратился в море крови. Я не жду вашей похвалы, Паша. Но и не стоит преуменьшать мои заслуги. Я сделал все, что смог. Дервиш Паша. Повелитель. Зачем пришел? Ты ведь еще не поправился. Благодаря вам мне лучше, повелитель. Буря утихла, но нас ждут трудные решения и тяжелые дни. Я не хотел оставлять вас сейчас. Махферозе Султан погибла. Это ужасно.
Соболезную, повелитель. Иншалла, отсутствие матери не сильно скажется на Шахзаде. Кюсэм теперь заботится о нем. Она не только о ваших детях, но и обо всей династии позаботилась. Ее действия достойны похвалы. Это так. Дервиш, каждый раз, когда я уезжаю, я думаю о том, что может случиться с теми, кого я люблю. Я уже так устал от этого. Смерть тучей нависла над моей семьей. Я всех теряю, Дервиш. Всех, Дервиш. Эта беда случилась из-за меня. Из-за моего сострадания. И, конечно, моей совести. Враги сочли это проявлением слабости. И каждый раз наносят удар, пользуясь этим. Но с этим покончено. Отныне наши старые порядки будут соблюдаться беспрекословно. Что вы прикажете, повелитель? Зульфикар. Паша. Повелитель вынес решение о судьбе Софии Султана Шахзаде. Прошу тебя, займись этим, Зульфикар. Госпожа, мы сможем видеться с ним, когда вы пожелаете. Не будем сейчас ссориться с Валиде. Дорогу, султан Ахмед хан Хазрет Лири! Повелитель. Я захотел увидеть своих шахзаде. Что такое? Что случилось? Они здоровы, иншалла? Здоровы, слава Аллаху. Но вот Валиде Султан посчитала неправильным оставлять Османа в моих покоях. Не знаю, как пережить эту разлуку. Хаджага, скажите моей матери, что Осман выбрал себе маму. Отныне он будет жить вместе с Кюсэм Султаном. Джанет, уложи его. Я приходил ночью. Ты спала. С одной стороны Осман, а с другой Мехмед. Никогда в жизни мне не доводилось наблюдать картину более прекрасную. Я сама кормлю Османа. Теперь у меня два сына. Безусловно, я этому рада, но в то же время я боюсь за их судьбы. Я знаю, что тебе нужно принять решение о судьбе Шахзады Мустафы, Ахмед. Но это решение послужит примером в будущем. Во многом определит судьбу Османа и Мехмеда. Что ты хочешь сказать, Кюсэм? Если ты сейчас решишь казнить своего брата, в будущем твои дети будут убивать друг друга. Но отныне, если ты снова простишь его, несмотря ни на что, возможно, порядок изменится. И больше никто никогда не испытает боли из-за потери брата.
Что больнее? Смерть брата или смерть сына? Открой дверь. Мы тебя ждали. Наконец-то ты пришла. Говори. Махпекеркюсэм, мы слушаем тебя. Вы немного опоздали. Вам стоило послушать меня раньше. Я давала вам шанс, чтобы вы оставили меня в покое и не совершали эту ошибку. Но вы все же решили послать меня на смерть. Нам любопытно, как же это тебе удалось избежать смерти? Меня зовут Кюсэм. Со мной нелегко справиться. Вы думали, что никогда не проиграете? Никто не мог скинуть вас с пьедестала. Но теперь вы здесь. В темнице, пустой и жалкой. Такой же, как ваша душа. Золото, падая в грязь, не теряет ценности. Мы София Султан. Неважно, что с нами и где мы. Истины это не изменит. Иногда я думаю, почему так произошло? Почему мы с вами стали врагами? А иначе и быть не могло. И еще маленькая девочка, я ни перед кем не склоняла головы. Как и вы. Мы очень похожи. Поэтому и не сможем никогда быть рядом. Нам нечего возразить. Тем более ты уже вкусила пьянящий напиток власти. Этот напиток... Словно мед и яд одновременно. Достаточно один раз отведать его, и пристрастишься навсегда. Разве солнце и луна могут оказаться на одном небосклоне? Именно поэтому нам тесен не только гарем, но и целого мира на двоих мало. Ты или мы? А разве ответ не очевиден? Это должно больше пугать тебя. Потому что нам давно уже нечего терять. У вас есть кольцо. Я и не знала, как оно вам дорого. До тех пор, пока вы не рассказали мне его историю. Ты можешь снять его с нашего пальца. Но это кольцо имеет смысл лишь для того, кто им владеет. Я и есть тот самый человек. Стража! Госпожа,
Это Валиде Султан. Вы не можете казнить ее. Прошу, не надо. Госпожа, прошу. Госпожа! Не надо, умоляю вас! Госпожа! Госпожа! О, великий Аллах!